Всем привет, мои хорошие! Меня на этом канале вы не потеряете, пожалуйста, потому что сейчас началась, как всегда, учеба. Опять мы учимся по новой программе. Надеюсь, скоро ее уберут. И вот так вот я пропала где-то на 2-3 месяца. Я даже не знаю, я не считала. Сейчас я перед вами стою полностью без макияжа. Вам не слышится это шум стиральной машинки, да? Все хорошо. Завтра уже начнется первый день второй четверти. И я такой человек, я такая ленивая, сами знаете кто, и я решила начать этот влог с вечера, потому что утром мне не удастся это сделать. Потому что я, как вам сказала, ленивая, и вот, решила начать с вечера, потому что утром я не смогу, у меня не будет вот этой всей мотивации, то, что я хочу сегодня прям все снимать. А если я вечером начала снимать, то завтра утром я точно буду снимать. Вот такая вот. Я странный человек, очень странный человек. Итак, время уже 10:30, даже уже 11, я на время не смотрю. Уже пора спать, потому что завтра уже школа. И поэтому я пошла спать. Всем спокойной ночи. Или доброе утро. Я пошла. Увидимся завтра. Мы сходили сейчас в столовую. Мы сейчас в столовую. Да. Нам вообще после столовой надо ходить после третьего урока, но мы как... самые такие, хоть после первого. Это Ваня. Жена! У нас адски болят ноги. Все, что я могу сказать. Мы уже идем. Не осталось ни одной книжки. У нас адски болят. Ну вот я уже дома, я уже вернулась как час назад, дома сижу уже, смотрю своего любимого Гарри Поттера. Сейчас буду делать уроки, да, нам просто фалки где-то много задали. После чего, мне кажется, наверное, буду начинать читать Ромео и Джульетта, так как нам сказали его начинать читать, поэтому и буду читать. Все, на биографию подготовить к завтрашнему. Давайте уже сразу перейдем к урокам. Да, забыла. Я хотела как бы познакомить, смотрите. Это Ванера. Ванера. Да. Дофи. Я уже называю прыщи именами. Давайте перейдем к урокам. Уже точно. Хотела сделать уже уроки. Я вам сняла то, как я делаю алгебру письменно. Да. Нормально хотя бы. Нет. В этой четверти я серьезно решила заняться прям школой. И, конечно, если я снимаю свою жизнь, у меня это получается как-то успешнее. Успеха в учебе мне больше добавляется. Так что я буду снимать часто влоги. И у меня в описании. Да, тоже туда заходите, читайте все. Ну а я вам всем желаю удачи и добра. Пока-пока.